Аналогичным образом работает ввод в стиле C. Для этого используется функция scan, которая так же, как и функция print, в качестве первого параметра принимает форматную строку. В данной форматной строке кодируются типы значений, которые необходимо считать со стандартного ввода. В данном случае функция scanf считывается со стандартного ввода два целочисленных значения и записывает их по указателям в переменную a и в переменную b. Давайте посмотрим, что делает весь этот кусочек. Он создается две целочисленные переменные. После этого на стандартный вывод выводится приглашение, чтобы ввести значения a и b, после чего эти два значения целочисленных считываются в переменные a и b, и дальше выводится результат сложения этих двух чисел. Результат сложения будет подставлен в эту строку вместо %b. Важно отметить, что ввод-вывод в стиле C достаточно сложен и небезопасен. Это объясняется тем, что функция scanf и функция printf не проверяют соответствие управляющих последовательностей в форматной строке типом аргументов. То есть, в принципе, например, в функцию scanf можно было бы вместо указателя на переменную типа int передать указатель на переменную типа float. И тогда данный код работал бы некорректно, мы пытались бы записать целочисленное значение внутрь переменной, которая хранит числа с плавающей точки. Поэтому не рекомендуется использовать ввод-вывод в стиле C.